Не красоты ради, а пользы для. С упорством перфекциониста рабочие придают каждой яме правильную геометрическую форму и выдувают из нее все до пылинки. Если этого не сделать, заплатка из асфальтобетона вылетит раньше срока. Все технологические нюансы контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Мелочей тут не бывает. На качество конечного результата влияет все. От пылинки в яме до температуры асфальтобетонной смеси. На термометре мы видим температуру 226 градусов. Вот. Верхняя граница у нее считается 230. То есть это в допуске. А если горячее будет? Это смесь пережженная. Это брак. Она долго не пролежит, такая смесь, или растрескается. Сама смесь также предварительно подвергается проверке. Качество смеси проверяют, да, берут пробу с завода и отвозят ее в лабораторию. Там уже на физико-механические свойства проходит она испытание. А если не пройдет? Если не пройдет, то партия, с которой была сделана, она не будет приниматься. Аварийный ямочный ремонт дорог ведут сейчас одновременно на нескольких самарских улицах. Дорожники работают круглосуточно, но основной объем работы приходится на ночь, когда трассы наименее загружены. В этом году уже заделали 12 тысяч квадратных метров ям. Работы начались, как только позволила погода, с середины февраля. Литой асфальтобетон укладывается при температурах до минус 10 градусов, поэтому сейчас производить можно. На влажную поверхность литой асфальтобетон по ГОСТам разрешается укладывать. Вода выпаривается. Ямочный ремонт – меры экстренные, но действенные. Если все сделано на совесть и при соблюдении технологии, продержаться такая заплатка может и целый год. Автолюбители замечают, ездить по таким дорогам становится безопаснее. Видно, лучше стало, но хотелось бы лучше. Ямочный ремонт продлится до середины апреля. В планах заделать 37 тысяч квадратных метров ям. После рабочие начнут ремонт дорог картами. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».